Сотрудники ЧС Павлодарской области провели профилактический рейд по заведениям придорожного общепита. Мои коллеги расскажут подробнее. Памятки и профилактические беседы, полномочия, которыми наделены сотрудники ЧС в связи с мораторием в отношении малого предпринимательства. Сегодня спасатели проконсультировали владельцев общепита о правильном пользовании газового оборудования. Также предпринимателям разъясняли действующее законодательство в области пожарной безопасности, разъясняли правила пожарной безопасности, о том, как безопасно использовать бытовой газ для приготовления пищи в кафе. Это вот для вас памятка. Согласно действующему законодательству, вам необходимо заключить договор с поставщиком для технического обслуживания. Также при замене баллона, при установке необходимо обращать внимание на герметичность, чтобы газ не пропускал. Также само помещение должно проветриваться. Профилактические беседы – не пустая трата времени, ведь, оказывается, элементарные правила безопасности знают не все. Об этом можно судить по регулярным пожарам в результате взрыва баллонов с бытовым газом. Раиса Моргунова, Самал Каликезе, Аман Баймбет, Ертис Акбарат.